Так, девчата, первое, что мне попалось, это вот этот сарафанчик Томми Хилфигер. Сегодня в эксклюзиве без скидок. 600 гривен он стоит. Евро стоит 44 гривны, а доллар 40 гривен. И он очень-очень легкий, невзирая на то, что он с подкладкой. Симпатичный такой, знаете. Ничего лишнего. И подкладка тоже хлопковая. Классный сарафан. Вот такой вот он. У него длина миди, вот размер 14, это элечка. Тоненький хлопок. Панов на эксклюзиве. Вот такие вот цены. Ну, это такое мне не очень нравится. Не знаю, кстати, даже что это за бренд. Апанаж. Апанаж какой-то. Вот такие платья были в моде. Мне кажется, что уже все это дело. Они еще, это платье еще и на плечиках. Не как-нибудь. Не все так просто, девчата. H&M. Цвет красивый такой. Карамельный. 600 гривен. Вот размер. Это даже не сарафан. Это этот ромпер. С такими рукавчиками. Классный, кстати. С такими рукавчиками, фонариками. Так, а это что у нас такое? Что это такие? CAX. Армани эксклюзив. 700 гривен. Обычное, простое, офисное платье. Но очень даже такое, очень приятная ткань. Красивое платье. Оно, видите, будет здесь ниже немножко. Вот это горлышко, вот это спинка. Летнее офисное платье длины миди. Из очень мягкой, приятной ткани. Так, Uniqlo футболка. Футболка-платье. Топики. Топики Бершка. Это я не знаю, что это такое. Синтетика. Не, не синтетика. Подождите, так это вискоза такая сатиновая. 500 гривен. Бренд называется Weekday. Эмочка. Это тоже комбинезон. Это ж не шелк, правильно. Похоже, как на такую сатиновую вискозу. Ну, конечно, я могу, конечно, ошибаться. Сейчас я пытаюсь найти. Пытаюсь найти состав. Вот состав, да, это сатиновая такая вискозка. Я, кстати, ее очень люблю. Она такая приятная. И она дышащая. Как шелк прямо. Ну, шелк он вообще такой невесомый. А она такая немножко вес имеет. Ну, очень красиво. Кто любит вот такой стиль бельевой. Вот такой бельевой классный комбинезон. М-ка. Так, Orange Collections. Вот это вот, по-моему... По-моему, есть тут лен в этой ткани. Это все надо искать. Сейчас глянем. Льняная ткань тоже, она такая бывает разная. Если она в смеси с чем-то, то тут как бы... А это вообще рами, по-моему, да. Вот, вот составчик. Вот, вот такая вот интересная, очень-очень легкая ткань. Чисто такой сарафан, летняя расцветка, тропическая. Очень красивый. С какими-то кожаными плетеными босоножками. Будет очень красиво смотреться. Томми Хилфигер. Это обычный сарафанчик такой. Так, а це что такая гарнюнечка? Пироженка какая-то. Вот. Пироженка Зара. Вот такой вот сарафан. Единственное, что не могу понять, почему тут так мало выделено места. Грудь, наверное, все-таки ниже. Лифт, хотела сказать. Лифт, не могу понять, как он тут сделан. Надо мерить. Это большой. По-моему, это большой размер. Да, XL. Ну, такой приятный, легкий. Если кто-то любит такие пироженковые сарафаны, воланчики, то вперед. H&M. Платье миди. Сарафан миди. Цены. Цены забываю показывать. 700 гривен. Я же говорю, сейчас скидок нет. 800 гривен пироженка. Вот красивое. Тоже такой халатик. Платье. Вот такое вот. Ой, які троянди. Які троянди. Це у нас ось що. Endless Stories.
такие легкие троянды, тоже вискозочка. Вот такого плана люблю сарафаны. Полосочки вертикальные. Вертикальные полосочки — это все. Это наши. Наш вариант, они вытягивают рост. Эска. Гэп 600 гривен. Так. Бершка 550. Такое вот коротенькое платьишко. Флиппа. Найк. Розовая футболочка. Вообще как новая. Новюсенькая. Элька. Размер. Хороший размер. Классная футболка. Вообще не затасканная. Блузочки. Блузка синтетическая. Даже не хочу смотреть шорты. Такие. Шорты, штаны. Сейчас быстро покажу. Такие вот яркие, красивые левайсы. Ну, это на осень шортики. Они парить будут. 370 гривен. Левайсы, сейчас скажу почем. 800 гривен. Такие, кто любит яркие цвета. И они, кстати, не маленькие. Вот размер. Много. Заровские штаны. Это, по-моему, момчики. 600 гривен. Это что такие цветастенькие. Вот эска написано. Но мне что-то кажется, что это не эска. Это такие широкие штаны, как газета. С какими-то героями. Расцветка такая интересная вообще. H&M. Рваные джинсы. Так, ну вот такие вот. Я не буду каждую штанину показывать. Я приблизительно покажу, что. Потому что штаны — это не очень цикаво. Эти легкие, классные. Карго. Штаны карго называются. 600 гривен. H&M. Вот там размер. Льняные штанишки 550, H&M тоже 36 размер. Такие широкие, классные штаны, брючки такие. Легкие, летние, модные, белые и широкие. Это джинсики. Белые, кто любит белые джинсы, есть такое дело. Не знаю, что это за бренд, девчата, пишите. Это юбка, но она теплая. Вот юбки летние, летние расцветки. Много H&M в этом, в эксклюзиве. Такая юбка меди в таком винтажном стиле, видите? Хороший бренд вот этот, Винсмор. Винзор, точнее, Винзор. Говорят, что это любимый бренд Кейт Миддлтон, кажется, ее так зовут. Принцессы Уэльской. 420 гривен. Такие коротенькие юбочки. Так, что у нас тут дальше есть? Блузки. Сетки. Блузка, сетка. Элька. Вот такая вот она в цветочек. Футболки. Вообще что-то эксклюзива немного. Что-то. Зимой было прям много за счет курток. Вот это все обычные цены. Сегодня минус 50 на обычные белые ценники. Мы сейчас пойдем не одежду посмотрим, мы еще глянем обувь. Так, минус 50 вот от этой цены. Пумовские кеды. Маленький размер, 36, очень даже неплохие. 400 гривен они сейчас будут стоить. 200. А, 400. 400. Я думаю, что я без очков не рассмотрела. Но 200, думаю, совсем хорошо. Классные, да. Да-да-да, мягенькие такие, хорошие девчата. Ага, да-да-да. Вообще спорти. А есть, да? Спасибо большое. О, спасибо огромное. Просто я не могу, я такая... Ну, она чистая, просто я ХД-шкой потом руки сбрызгиваю. Все равно. Одевайте перчатки. Сейчас, спасибо. Пшикаюсь и все. Спасибо. Найковские, кстати, тоже розовые классные кроссовки. 700 они стоили. Вот такие вот они интересные. Вообще маленьких размеров много. Вот это уже взрослая. Марка Тотси. Вот такие вот удобнейшие. На 41 размер. Удобнейшие босоножки кожаные. Так они интересно сделаны. Вот. Они крест-накрест будут на ножки смотреться. Крутые. Крутячие.
Выйдут они вообще в копейки в 250, а в 250 гривен вообще. Новые, классные, кожаные, бежевые босоножки, редкий размер. На танкетке. Томми Хилфигер, вот такие вот бежевые, тоже на танкетке. Ага, хорошая, у меня 38. А я так смотрю в целом, что мне есть. Прикольные, угу, хорошие, да-да-да. Вот такие вот, видите, клевые. Мер Томми Хилфигер я не вижу там, может вам будет видно. 37, по-моему. Вот Сикави. Такие интересные. Тоже 41 размер. Летние сапоги. Я не знаю, скорее всего, что такое-то китайский бренд. Но они такие веселые. Кто любит быть ярким. Вот кожаные тоже. Кожаные. Босоножки тоже небольшие они. 38, по-моему, там написано 500 гривен. На маленькой танкетке. Тоже кроссовок на подростка в море. Это, скорее всего, 35-й. Вот Пума тоже. Вы смотрели такие? А мне надо просто светлые. Но... А светлые? Может... Тоже такие создать. Неплохие. А вообще, да, в целом, да. И не размер, и не мой размер. Ага. Там 37,5, а стиль ага. Получается. Ну, так короче. Выглядят, что они как вроде подлиннее. Ага, да, классно. Цена у них была, вот цена, делите на 2. Там 500 гривен, по-моему, была цена, я не могу рассмотреть. Так, тоже кожаные босоножки, 40 размер, вообще 40 размеры. Сегодня 41 прям много, обычно это редкий размер. Его разбирают, потому что обычно остаются маленькие подростковые конверсы. Тоже симпатичные. Угу. Вот название. Из Испании, кстати, и велюр. Кожаные. Не велюр, а замша. Угу. Вот. Цена была вообще 470, сейчас вообще дешево. Это сколько там? 235 гривен выйдут. Померите. Я потом, я вначале все пересмотрю, а потом буду мерить. Я поняла. Так. Вот эти. Бежевые тоже неплохие. 300 гривен, а 130 гривен, вообще не 130 стоили. Она недавно появилась. Вера Пеле кожаная. С каким-то еще висюлькой какой-то сбоку. Это сейчас они выйдут вообще в копейки. Так, дальше. Вот интересные какие-то туфли-лодочки. Blue Way. Подошва такая интересная, как деревянная. 200 гривен они стоили, сейчас 100 гривен они будут стоить. Какие-то винтажные, скорее всего. Винтажная наклейка. Вот розовые, тоже симпатичные. На платформе. Так, 37 размер. 200 гривен они стоили. 210, по-моему, это. Сейчас делите, девчата, на 2 и узнаете. Есть копочки. Это, кстати, актуальная тема. Они очень дорогие, адидасовские, пожалуйста. Вам. Тут где-то 38 размер. Кед вообще очень много. Кед море. Так. Летние вот такие тапки. С этим 37 размер. С дышащие, короче, полукеды. Вот эти симпатично будут на солнце сиять. Тоже симпатичные такие, сколько они стоили. Тоже 210, вот делить на 2 надо. Так. Вот внизу здесь более классическая обувь, сверху спортивная много. Алессандро какой-то, вот эти классные. 36 размер, итальянский, 300 гривен, они сейчас будут стоить, но не маленькие. Так. Дальше. Работаем дальше, да? Да, работаем дальше. Да. Это что-то интересное, даже не знаю, что тут написано. 40-го. Босики, сейчас я померяю на ножки. Туфли вообще новые. Я не знаю, что это за бренд, 39-й. И не могу понять, это кожа или нет. Вот такие вот они классические абсолютно туфельки.
Тоже одновозрастную ножку. Вот такие вот босоножки. 289, или сколько тут написано? 289, по-моему, они стоили. 42, если я не ошибаюсь. Там размер написан. Очень красивые. На солнце вообще сиять будет красиво. Вот эти тоже будут сиять. Только не на солнце, где-то в клубе. Кто в клубы ходит, тоже будет блещать. Лоферы. Вот размер они маленькие. 37,5. Вот такие вот симпатичные кожаные лоферы. Вообще супер. Такие стильные. У кого маленькая ножка, ходить на работу осенью вообще идеально будет. Вот красивые туфли. Марта. Вот название бренда. Не знаю, что это за бренд, но смотрятся они вообще обалденно. 41 размер. 250 они стоили. Чуть-чуть тут каблук подряпанный. Даже тут не дырочка, а примятость. А так в целом очень симпатичные, элегантные туфельки. Так, я не могу найти эту марту. Ну, в общем, туфли классные, итальянские. И размер хороший. Нашла еще вот такие вот на платформочке. And that's the stories. Но небольшой размер там. Вот, 37, по-моему. Кожаные. И так интересно, что сзади они на резинке. Классные босоножки. И тут еще такие вот тоже. Ох, на огроменной платформе. Вот такие вот бежевые босоножки со жгутом. Еще и на тракторной подошве. Все сразу. Вот была цена. Сейчас они будут дешевле уже. Два раза. Восьмерка, это, по-моему, 40. Ага. Да-да, спасибо. Девочка, спасибо большое. Потом посмотрю. Так, еще хотела кроссовки. Вот какие-то интересные кроссовочки. С лошадкой. Что это за бренд? Вот. Название даже не знаю. Они такие интересные. Они здесь как велюровые. Тепленькие такие. Сейчас летом в них, конечно, запаришься, но вообще не очень интересно. И на шнуровке. Что это за бренд? Мустанг. Ага, все прочитала. Вот такие вот класснючие кроссовки на осень. Так. Вот тоже интересные балетки. Я балетки очень люблю. Они не кожаные, но они вот с таким вот симпатичной цепочкой. Много вот такой вот обуви на большущей платформе. Не знаю, может, это мода такая была. 41 размер, евро. Я не знаю, кожаные они или нет. Вот. Название бренда. Классный бренд Peter Kaiser. Бежевые. Бежевые туфельки. На малюсеньком каблучке сборном. Очень симпатичные. Очень замшевые и лаковые, и они новые практически. 600 гривен они стоили, сейчас 300. Я отойду, посмотрю пока домашнюю одежду или что-то еще. Очень много людей на обуви, там просто уже не протолкнуться. Глянем, это обычные вещи, и сегодня на них минус 50 тоже. Это домашняя одежда. Спасибо, девочки. Наконец-то меня кто-то одел в перчатки. Но я всегда ахедешка, руки сбрызгиваю. Какой интересный пеньюар. Так. Глянем дальше обувь. Рибаки вот такие симпатюшные. 700 гривен, но они маленькие. Вот размер. Какой-то размер 43 мужские кроссовки. Не знаю, что это за бренд. Так, кроссовок вообще много, и детской обуви тоже очень много. Вот это вот все детское. Все, что там до 35-го, наверное, все это внизу. Это тоже подростковые кеды. Спортивные, просто море. Спортивная обувь. Очень много в этот раз, прямо много. В
Золотые босоножки. Видите, на платформе вообще очень много обуви. Не знаю, может, мода была такая. Топотульки классные. Такие под все. Можно и под платье, и под спортивные штаны носить. Шлёпанцы симпатичные. 39-й. Очень неплохие. Вот босоножки. Они не кожаные, но они неплохие. Симпатичные. Так. Я хочу уже досмотреть вот эту вот обувь. Тоже рибоки. Сняла я перчатку. Опять забыла ее одеть. Но я всегда руки сбрызгиваю ахедешкой. У меня всегда есть пшикалка. И в перчатках еще жарко сейчас. Вот я прям, рука прям мокрая. Тяжело в перчатках смотреть. И еще телефон держать, что-то набирать. Вот эти мы уже смотрели. Девочка, которая меня угостила перчаткой, мерила их. Вот интересные. Вот все обувь. Обуви море. Море. Есть что выбрать. Даже на скидке минус 50. Прямо много. Что это такое? Зара. Зара, вот такие вот лоферы, но они небольшого размера. Удивлена, что на скидке можно найти столько обуви еще. Уже минус 50 и столько обуви. Так, все, я вроде бы все пересмотрела. Все, девчата, подписывайтесь, ставьте лайкусики. Лайкусики, они мне нужны как воздух для канала. Вот, для развития канала. Если у кого-то есть желание, можете становиться спонсорами канала или задонатить на кофеек. Все, всем пока, долго не прощаемся. Он зашла в сельпо наше. Рыба смажена 299 гривен килограмм. Оно это камбала гриль 399 гривен килограмм. Вообще очень много кулинарии у нас. А я купила 120 гривен хек. Сейчас по акции 3 вот тушки 87-72. Арбузы уже вон, салатики, видите, порезанные. Сколько же он стоит, интересно. Вот, это же арбузы. Кавунчик 25,63. Можно купить, погрызть. Сколько всего. Пырешки. Сейчас пойду еще мясо куплю в нашем мясном. И пойду дальше. Пивас в холодильниках. Я буду сегодня борщ варить, на рахека нажарю. И будет у нас такой обед. Борщ с хеком. Я возьму, наверное, кусочек телятина мякоть. Что я дитині варю, я люблю, чтобы он кушал иногда телятинку. 259,40 килограмм. Тут я возьму маленький кусочек, может быть, телятину со свининой перемешаю. Видите, индюк, индык, кроль. Цены вам покажу. А там уже маринованные все. Так. А ну, свинина 133, по-моему. Свининка. Мясо вообще красивое. Свинина під черевок. Дарницька якась свинина. Кострець. От покажу вам ціни. На барбекю. Пашніна.